В ноябре мобильные офисы социальной газификации побывают в 8 населенных пунктах Одинцовского округа. Это своеобразные мини-МФЦ на колесах, с помощью которых жители могут получать 12 социальных услуг. Работа мобильных офисов стартовала в регионе полтора месяца назад. Сегодня по Подмосковье курсируют 12 специализированных автомобилей. Чтобы мобильный офис посетил населенный пункт, достаточно направить запрос в местную администрацию.